Обогреватель.
Тарифа. Сладкие блюда и напитки. Платье, картина, часы, сладкие блюда и напитки. 50 рублей. История СССР. База. Печатки волосатые. Зеркало. Хотят ввести пассивную лепту в дело борьбы с пьянством и алкоголизмом. Пусть эта фраза не вызовет у вас усмешки. Купальнику лес 3 килограмма, 6 соль экстра 3 килограмма, 7 специи, лавровый лист, перец, горошек, перец, черный молотый, сухой укроп побольше, 8 топленое масло 3 килограмма, масло растительное 6 литров. Проектом реконструкции предусматривается переоборудование стадиона. Будут сооружены новые входы, пешеходные аллеи, заменены лестницы, появятся новые мачты, освещение с мощными прожекторами. Освещенность стадиона даст возможность вести высококачественные цветные телевизионные мероприятия. Помещение различных технических служб. Внутренними краями ключицы. Иннервация. Утешение, шейное сплетение. Показания заболевания горла, органов дыхания. Thank you.
только что была использована в перформансе, что повышает ее субъективную стоимость, добавляя ей дополнительную, апсайкл, художественную ценность. 500 рублей 2. Приобретя ее сегодня, вы сможете не только использовать ее по прямому назначению, поскольку она не лишила своей естественной функциональности, но также в качестве хореографического и перформативного объекта. 500 рублей 3. Объект. Следующий лот, номер 2. Копновские ножницы. Также не лишились до сих пор своей функциональности, могут быть использованы по прямому назначению для плойки и шитья. У них синие ручки, покрашенные эмалью, которая частично облезла. Достаточно хорошо сохранное лезвие. Соответственно, также имеют высокую перформативную стоимость и художественную ценность, поскольку были использованы в нашем перформансе сегодня. Начальная стоимость ножниц 300 рублей, шаг 100 рублей. Следующий объект, лот номер 3, керосиновая лампа. Она до сих пор сохраняет запах керосина. Также может быть названа как лампа Аладдина. В ней очень редкая, целая стеклянная колба и достаточно хорошо сохранившаяся, непомятая в восточном стиле основание. Начальная стоимость 1000 рублей, шаг 500 рублей. Кто хочет? 1000 рублей раз. 1500 рублей. Покупательница, которая сидит на корточках, 1500 рублей. Может быть, кто-то еще хочет купить этот предмет за чуть большую стоимость. 1500 рублей 3. Объект уходит, покупательница, которая сидит на корточках. Волшебная с этими вырезами. Это был самый красивый косметический такой объект, который я увидела. Да, полотенце. То есть вообще для советского дизайна достаточно прогрессивное время. А мыло знаете зачем? Чертить, вот потому что мел какой-то портняжный, вот он тоже портняжный мел, но он был как бы реже, а мыло хорошо можно потом смыть. Да, это девушка в Трусковец ездила. А я потом собирала всякие брелки. И у меня здесь несколько даже вот совенок. Вот, смотрите, мишка есть. Олимпийский. Это единственный шаг к розовому. Это медленный продолжительный проигрыш. Творить сегодня? Так, посмотрим. А теперь надо попасть в это состояние. А вот там не можно что-то такая штука. Хоть по градиенту, хоть. Но она, конечно, когда я была маленькая, она гораздо лучше нанизывалась. Сейчас она уже слегка заедает. Но, честно говоря, не утратила она своего обаяния, а края черные почему-то. Модно раньше так было делать, что вот эти вот кружева решелье, да? Да, девятое. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Совпадают. Совпадают? Все, точно. Ох, сладкий, господи. Смотри,